первый гол, и какой важный в составе Праги. Ну, понятно, сейчас понятны эмоции Леонида Слуцкого. Знаете, слишком долго праздновали, наверное, и вот упивались этим забитым мячом. Они вот так разыграли и Крейч, и головой, и хорошо подыграл. Но тоже, видите, не без доли везения. Рикошет, а к тому же еще и рикошет, друзья мои, от пятки. Ой-ой-ой-ой-ой, от пятки Сергея Игнашевича. И так этот удар, этот мяч стал неберущимся для Игоря Акинфеева. Вот видите, скидка. И здесь такой какой-то рикошет непонятный от голени. Косты отскочил к Фатаю. Фатай пробил еще один рикошет. И вот такой фатальный, ну, надеемся, не фатальный удар. Да, быстренько все это произошло. Уже 15-я минута и уже 1-1 в матче, который мы вообще опасались.